В детстве, когда я начал заниматься спортом, врачи мне запрещали заниматься боевыми единоборствами, потому что у меня с сердцем проблема была и с нервами. Я, конечно, несколько больниц обходил, чтобы все-таки заниматься, выступить. В сегодняшний день у меня нет никаких болезней. Никогда, ребята, не отпускайте руки. Даже у меня были моменты, там, где у меня на проживание места не было для того, чтобы тренироваться, там времени не было, работал, там всякое случилось, всякое бывало, но никогда не отпускал руки. Главное, не отпускайте руки. Верьте в себе, в свою мечту, и у вас все получится.